набегался, спит. Уже хоть окопы не роет, не пытается сбежать. Нагулялся. Правильно. У нас дождик, безобразно так, мокро. Мокро, неуютно. Только воробьи летают. Капает. Капает. Воробушки мокрые. Сейчас я вас покормлю. Ждут. Все увидели. И синички прилетели. И как же без синичек? Ищу сегодня растворимый кофе, всякий кофе. У Никиты тут всегда запасы были. Вот. Нашла растворимый. Дверка не держится. Нашла турки, для турки. Вот. И нашла... Что тут еще? Какой-то пакетик. Какой-то пакетик. Так, даже не помню, что он что-то тут вакуумировал. Сейчас буду у него спрашивать, что это такое. Запасы считаю, как этот, как домовенок Кузя. Хочу кофе с молоком. Вот, еще изюма, у меня такой запас. Вот, давно ничего не пекла, забыла, что у меня есть изюм. Люблю такие баночки. И еще даже орехи у меня лущины есть. Вот. Не выбрасывают и такие баночки. Мы, девочки, странные существа. Думаю, не одна я такая. Вот. И все началось с того, что я искала растворимый кофе. И вот что я еще понаходила у себя в шкафу. Банки из-под печенья. Это вообще отдельная тема. Это подарки. Это память. Обожаю эти банки. У меня еще были. Тоже раздарила такие. Здесь у меня шиповник. И черная смородина. Листья. Здесь, в этой коробке, еще Никита ходил в школу. У него были для уроков труда разные принадлежности. Там и мальчики, и девочки для моторики рук занимались вышивкой. Вот у него здесь были пяльцы. Нитки. Это моя любимая коробка, самая первая. Я вообще люблю такую морскую тематику. И в ней вот такое вот богатство. Пленки. Помните, еще были такие фотоаппараты? Это сейчас не нужно ни пленок, ничего. А куда их выбросить, что ли? Нет, нельзя выбрасывать. Может быть, вот выпускной. Шашлыки. Байкер-шоу, 2004 год. Это вообще отдельная тема. Что еще мне тут? Никита. 97 год. Нельзя такое выбрасывать. Эта роскошь появилась в начале 2000-х у меня. А из детства я помню еще из своего далекого пионерского, как мы шили из открыток шкатулки, либо же из пачек макарон вырезали такие вот, специально дверку делали, отверстие, пачку приделывали здесь сбоку, открытками обклеивали, и всю мелочь свою девчачью складывали туда, фантики, брошки, заколки. У нас раньше таких вот боксов пластиковых. Вот занятие себе нашла. Мотивация на уборку.
небольшой перекус и чашечка кофе, я думаю, не помешает. А вы помните вот это? Помните? У печенья, конечно, был юбилейный букет. И лучше этого лакомства ничего не нужно было. Намажешь таких печенюшек на улицу. Присоединяйтесь ко мне. Вместе попьем чайку, кофейку. Всем приятного аппетита!